Boys and Girls. Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня мы с вами вспомним, как же мы здороваемся по-английски. Окей, let's start. Мы можем сказать hello, hello, здравствуйте. А можем сказать hi, hi, привет. Hello мы обычно говорим людям взрослым или незнакомым. Hello, здравствуйте, hello. А hi мы можем сказать своим подружкам, своим друзьям или таким же деткам, как и вы. Hi, hi, привет. Когда мы с вами поздороваемся по-английски и скажем hello или how, hi, мы, конечно же, спросим, как у вас дела? How are you? How are you? Повторите со мной. How are you? Когда у вас все хорошо, вы скажете I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. У меня все хорошо, спасибо. А если у вас дела просто замечательные, просто супер, вы можете сказать I'm great, I'm great. Но иногда у нас бывает плохое настроение, или мы чем-то расстроены. И тогда мы скажем I'm sad, I'm sad. Мне грустно, I'm sad. Так, скажите мне, ребятки, how are you today? Как у вас сегодня дела? How are you today? Are you great? У вас все хорошо, замечательно. Are you great? Or are you sad? Или вам сегодня грустно? Are you sad? Or are you fine? У вас все хорошо? Are you fine? Ребята, давайте еще раз с вами вспомним, что же с вами научились сегодня говорить. Здравствуйте! Hello! Вместе со мной. Hello! 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 Hi! 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 How are you? How are you? Как дела? How are you? I'm great! I'm great! Замечательно! Fine, thank you! Fine, thank you! I'm not good. I'm sad. I'm not good. Не очень дела у меня хорошо. I'm sad. Мне грустно. Вот как может происходить встреча двух подружек. Ну что же, ребята, пришло нам с вами время и попрощаться. Сказать goodbye. Goodbye. До свидания. А можно сказать просто «бай-бай», «пока», «бай-бай», «гудбай, boys and girls», «до свидания, мальчики и девочки», «до новых встреч», «бай-бай».